Эй, друзья, мы снова с вами. Да, потрясающая рта. Старладера. Фризмаги. Фризмаги, да. Кобольды. Новые кобольды зараженные. Все самые интересные игры только у нас на турнире SLI Лига Star Series Season 2. Да, и сегодня у нас день, когда играют профессионалы. Напомним, что всего из профессионалов выйдет 3 человека. Группа А. 3 человека из группы А покинут данный турнир, а вот один пройдет дальше. Всего лишь один человек из группы, но количество групп говорит само за себя. Да, ну, групп очень много, и конкуренция очень высока. Ну, у нас уже следующий матч. Дьюк против Жангбо. И у нас Mirror патронов, насколько я вижу. Ну да, Пира — это однозначно патрон. Это патроны немного разных сборок. Тут мы видим Яростную Макаку и Таунт, а там Берс. Хотя, опять же, не факт, что Жангбо не играет также Берсерка. Сейчас, насколько я вижу, вот третий, четвертый дропы. Как у кого? Кто-то использует... Ну, есть вариации. Кто-то играет Яростную Макаку и Храбреца Кровавого Копыта, кто-то играет Пироманта, кто-то играет вот более тяжелые сборки, опять же. Как мы видели, вообще у одного игрока очень интересная авторская сборка с новым Хоггером. Вот мне кажется, что это как раз и был патрон Дьюка. Это был патрон Дьюка, ну, да, тебе кажется? У него как раз и потасовка, у него и был Хоггер, если мне не изменяет память. Да. И именно из-за потасовки я бы здесь скорее сделал ставку на Дьюка, потому что потасовка в мире патронов решает очень многое. В принципе, потасовка — это контра патрона. Ну, в какой-то мере, да. У воина это главная контра к вражеским патронам. Минус Акалит. И за Калита придет Дьюку. Что? Ему приходит его Секира. Топорик. И Харрисон появляется на столе, ломает секиру. Харрисон Джонс. Вот, кстати, Харрисон Джонс — одна из самых стабильных легендарок, в принципе, за всю историю Хардстоуна. Ну, есть, опять же, времена небывалой популярности этой карты. В какое-то время она уходит в тень, но так или иначе она, да, на протяжении всей истории стабильно время от времени играется. И в ладдере, и на турнирах. То есть, да, не самая стабильная, не самая популярная, но все же вот Харрисон, Сильвана, пожалуй, вот это да. Такие самые-самые часто встречающиеся карты. Ну и что, 17 единиц здоровья уже у Дьюка. Да, Джангбо неплохо так проходится по лицу своего оппонента. Играется также Каркронский воин. Да, и в руках уже есть Каркронский воин. Это еще четверка. Экзекьют бы отдать в таун. Да нет его. Чем можно забирать? Пятерку принимать лицом и слэм. Неприятно. Потасовка выживает, броневичка, монета и секира. Изи ход. Вообще идеально. Или потасовка выживает таунт, escape concede. Ну, 50 да, на 50. Да. И если выживает таунт, то начинаешь говорить, что оппонент просто лакирок. Ну, это же игра такая, да. Ливить. Это же... Просто рандом. Да, просто рандом. Ну, нет, он выбирает иное развитие событий, играется слэм, добирается патрон, монета, огненная секира, примет еще 5 единиц урона лицом Дьюк и уже 12 единиц здоровья. Да, неприятная ситуация. А тут приходит патрон. Но будет играться Берс. Берс все-таки. Или не Берс. Берс или не Берс. Вот в чем вопрос. Сначала схватился за Берсерка у нас. Потом за Джангбо. Потом я, в принципе, смотрю, что Джангбо нравится таскать разные карты. Ну, различные варианты он рассматривает. Все-таки играет через завсегдатаев. А Вихрь и Казнь улетают в разъяренного Берсерка. И одна единица урона вот смело идет в лицо. Чем это чистить? Ой, замечательно. Казнь. С помощью казни и удара топора можно зачистить патронов. Что еще можно придумать? Можно сыграть Вурдулака и Вихрь, например. И... Сказать, что оппонент лагерок. Да, кровь и гной вурдалак. Кровь и гной вурдалак, да. Вихрь. Идеально. Хороший плей. На самом деле здесь, если серьезно, то ну, все
Ну, мне потасовка здесь не нравится. Мне больше нравится экзекьют все-таки. А с экзекьютом ты можешь экзекьют, хотя бы начать удар. Крутить своих патронов. Угу. Да, именно так и отыгрывает. Что? Ага, все окей. Я почему-то подумал, что последнюю карту, за которую он держится, это был... Вихрь? Это, нет. Да-да-да, это был не казнь, а вихрь, и я немного... Пытается как-то закрепиться на доске дюк, убивает он вражеских патронов и выводит своих бородачей на стол, плюс слизь. Здесь каркронский воин разменивает фулового патрона. Ну, вихрь, вурдалак, отличная зачистка таунта. Плюс к вихрю и вурдалаку можно еще и свой таунт добавить. Кстати, таунт даже ставить перед... Ну, то есть, ставишь вурдалака, размениваешь 2-2, потом ставишь таунт, потом даешь вихрь. Как по мне, вот это идеальный будет ход. Но нет, все-таки добирает карты. И еще один таунт, и еще один бородач. Да, конечно, вот эти новые стенки очень неприятные. Для оппонента разыгрывается патрон, вихрь, добирается с помощью патрона и слизи храбрец кровавого копыта. Ой, какой топ-дек потрясающий. Вурдалак прям идеально заходит. Ты, конечно, можешь карт добрать себе, но ты крутишь вражеских патронов. Да ладно, серьезно? Видишь, шутки, да не шутки. Ну, крутанул патронов врагу. Ну, подумаешь, зато две карты взял. В чем проблема вообще? Ну, он ищет громаша, да, чтобы залетать. Гром и разгон. А вот гром. А разгона пока что нету. Но есть еще возможность тапнуться, потому что Inner Rage все-таки стоит 0. Да, либо тебе зайдет Inner Stop Deck, а возможно та же Кровь и Гной. Ну нет, это Секира. Но, сори, здесь будет огромное количество армора. Я думаю, что сейчас еще выйдет Гуля. Да, обязательно нужно ставить Гулю, чтобы... Или нет, стенку ставить. Ну, в принципе, как вариант. Да, потому что если ты поставишь Гулю, у тебя будут повреждены патроны. И если вдруг твой оппонент играет того же... Барона Гидона. Ну, почему, собственно, и нет. Ну и Дюк так-то сумел переломить ход событий. Ну что, нужно тапаться. Жизнеотвод, это Армор Смит и Консид. 1-0 в пользу Дюка, он выигрывает зеркальное противостояние. Вот оригинальный ход был с Гулей. Тебе понравился? Очень. Да. Ну, там вариантов не было на самом деле. Да, объяснение этому есть, опять же, шутки шутками, но пытался все-таки как-то прокрутить колоду Джангбо, но не сумел додавить по итогу. Дюк все-таки переломил ход событий, хотя изначально он всеми способами там пытался отбиться и оказалось находился в не очень хорошем положении. Ну, хорошая игра, вот на самом деле такое достойное противостояние патронов, ребята хорошо исполняли, но не Дюк смог. Оказался да, сильнее. Не смог додавить, Дюк хорош, и что мне нравится в этой встрече, мы увидим двух магов. Вот это интересно. Вот посмотреть на противостояние нового мага против нового патрона мне было бы любопытно, потому что у нового мага, в принципе, это вот тот маг, который был передо мной. Все, что ушло, это секретчики. У него огромное количество урона. И спасут ли тебя Армор Смит на патроне? Ну, это хороший вопрос. Хватит ли тебе урона? То есть, опять же, тут нужно будет играть в фатиг. Нельзя слишком дроваться патрону, потому что если он будет по КД прожимать Battle Rage, и с другой стороны, есть Blood Warriors. То есть, патрон раз отбился от... Есть возможность обновлять. То есть, да, фриз раз отбился от твоего стола, у тебя есть Blood Warriors, которые могут скопировать не то что патронов, а могут скопировать Armor Smith, что значительно круче. Это да, но... Ну, посмотрим. Сейчас у нас противостояние чернокнижника и воина. Судя по этим картам, это все-таки Рено чернокнижник, причем это не Ктун.
Вот вчера, если вспомнить, когда играли стримеры, напомню, что у нас дивизион разделен на три группы. Это стримеры, профессионалы и нон-про. То есть вчера у нас играли стримеры, и все колоды Рено были с Ктуном. Абсолютно все. Ни одной Рено колоды. А сегодня мы ни одной Ктун-деки не видели. Да, ни одной Ктун-деки. Энзот были колоды. Один Энзот паладин, если я правильно помню. А вот Ктун-дек не было. Ну и знаменитая комба Панды плюс Рено. Да, в принципе, Панда работает, ну, вот несмотря на то, что карта как бы ситуативная, но она классно работает в Рено-колодах. А забрать того же Узю себе назад в руку, да, есть много против карт, Шамана. Да, есть много карт, которые можно вернуть. Эффективно разыграть второй раз с боевым кличем. Оригинальный парень. Что Панда смотрится весьма неплохо. Ну и это продавец закусок. Тот самый Морж. Который играет очень неплохо, отхиливая тебя на 4 хп, а враг даже не получает никакого профита с этой карты. Выманивает сейчас, насколько я понимаю, одну из масс зачисток. У нас патрон пытается развести на Hellfire, но... Или просто играет в надежде на то, что там этого Hellfire нет. А Hellfire все-таки не будет выходить? Да ладно. Неужели даст Дюк добрать столько карт через Гулю? Просто Сенджин и убийство служителя боли. Ну да, три карты сейчас будут добираться через Гулю. Неприятненько. Плюс накрутка брони весьма неплохая. Боевая ярость, добор трех карт. Это вихрь, это патрон. Ну, опять же, отдаешь Hellfire, вроде бы хорошо, не даешь оппоненту дроваться. С другой ну, стороны... Ты понимаешь, если ты сыграешь ты адское пламя, против ты потом патрона. Никак этих патронов не заберешь. Да-да-да. О, моя любимая комба Бран плюс Брюмастер. Ставишь Брана на пустой стол и Брюмастером и два раза возвращаешь два раза. Огонь. Да, это изящно, изящный плей. И Бран появляется на столе. На следующий можно будет хорошо задефиться Аргусом, если Бран выживет. Так, здесь надсмотрщик. Возможно, прямо сейчас крутануть 4 патрона. У тебя есть вихрь, у тебя есть внутренняя ярость. Плюс у тебя есть патрон. Забрать Мурлоком стенку и Гулёй 3-2 добить продавца закусок, оставив на столе только Брана 2-3. Но нет. Играет все-таки не так. Слишком боится Брана. Не хочет оставлять Брана, поэтому меняет этого легендарного персонажа. И с помощью Таскмастера дочищает стол. Здесь жизнеотвод. Что, лазурный дракон? Сумеречный дракон, то бишь. Да, сумеречный дракон хорош. Без казни с ним 4-10, не справится. Неплохо. Патрон. Ну и тот самый момент, когда ярость, придется вихрь. Сейчас патрону идти. Ну, такой себе all-in. Ну, рано или поздно наступает тот момент. И ну, Дюк грамотно не потратил Hellfire. И сейчас он... сумеет отбиться от этой волны патронов. Забавно, что все-таки не Ктун Рено, ну, по сравнению со вчерашним днем, и мы видим, что как-то принципе... плохи дела у воина, заканчивается у него потенциал. Но уже прошло 2 дня всего в турнирной мете, а вот я пока что не готов сказать, что вот какой-то из богов прям играет замечательно. Будь это Ктун, Энзот и Шарадж. То есть, ну не играют боги. Да, они крутые. Сколько есть карт на Ктуна, сколько есть комбы под Энзота там. Все рассказывали, что они будут имбой. На самом деле... А как деле, же Йог-Сарон? Вот. Самое смешное, что единственный бог, который пока что адекватно играет на турнире, это Йог-Сарон. Адекватность и Йог-Сарон. То есть, ну... Это классное сочетание в одном предложении. Ну, это правда кажется удивительным, но на самом-то деле так и есть на данном этапе. Поживем, увидим.
Соглашусь с тобой в том, что колоды на богах пока что не очень сильно показывают себя конкретно за эти два турнира. Но опять же, это Ну, слишком короткая да, дистанция. начало, плюс это китайский дивизион. Посмотрим, что будет у топовых игроков Европы, Америки и других стран, опять же, регионов. Ну вот сегодня группа А среди профессионалов меня очень приятно удивляет своими варлоками. Это отличный Да, хенд, хенды это хорошие. сейчас шикарный Рено варлок. То есть вот именно такой Рено варлок старой закалки, но с новыми хорошими картами. Это Рагнарос, который не играл в старом Рено, ну то есть играл в очень малом количестве вариаций. Это Брюмастер, который также выглядит круто. Но на самом деле забавно сейчас выглядят варлоки, вот эти вот такие контрольные. И в мете они хороши против колодного, то есть колоды на богах они должны раскатывать против игры, они тоже классно смотрятся. Да, Ну, оригинальные, неплохо. оригинальные Ну, пока сборки. что мне нравится больше все-таки Хэнд, нежели Рено Рено, Чернокнижник. он для нас привычнее просто. Возможно, возможно. Ну, то есть сборка Хэндлок, она действительно какая-то новая. То есть это старая колода, которая обрела новую жизнь. И это, ну, на мой взгляд, интересно. За этим интересно наблюдать. Ну и пока что это приносит результат. Ну, посмотрим, как дальше будут играть новые карты. Ну, по крайней мере, вот и у себя в ладере я пока что начинаю делать такие выводы. И вот то, что смотрю сегодня на турнире, у меня контрольвар не играл, не играл, не играл, пока я не выкинул все новые карты и не сделал старого контрольвара. Заиграл отлично. Отличный То винрейт. есть вообще ни одной новой То есть, карты нет, не использовал. ну-ка, Но есть мелочные там изменения, буквально, да, да. там какая-то Но мелочь. просто изначально, да, все хотят, ну точнее, все пробуют как-то максимально новые карты использовать. Потом приходит понимание, какие карты играют, какие там совсем не нужны, какие ситуативно, и уже выстраиваются какие-то колоды. Все еще происходит этап, наверное, становления этих колод. Да, безусловно. И этот этап еще будет продолжаться какое-то время, поэтому я думаю, будем наблюдать еще за экспериментами. Вот чем черт не шутит, возможно, новые фризмаги вскоре все будут играть, допустим, Йоксарона. зараженного. Не, Кабольда зараженного. Кобольда То зараженного. есть сейчас мы смеемся над этим, а в перспективе-то чем черт не шутит? Или Йоксарона. Закидал там, ну прикинь, фризмаг с Йоксарона. Ну то есть этого вообще же никто не ожидает. Конечно, особенно когда у тебя один хп и Ну айсблок. да, айсблок и выходит Да, и ты Йоксарон. играешь Йоксарона и такой, И новый пожалуйста. S-блок получаешь. Да, и ну, получаешь новый айсблок, да. Или захил Друлевский на фул. Да, древо жизни Да. неплохо. То есть есть все-таки куда стремиться и экспериментировать. Как говорится, вспомни Йоксарона, вот и он. Да, самый лучший из богов. Ну, по результатам пока Он что. всем понравился. Я помню вот эти все знаменитые обзоры стримерские от про-игроков, там касательно картного дополнения. Все пророчили этой карте, ну, что она заиграет. Адекватность, ты сказал. Да. Адекватность. Йоксарон равно адекватность, Да. друзья. Самая предсказуемая легендарка, от нее очень легко отыгрывать. То есть вот Йоксарон напоминает старых секретных паладинов. Вроде бы мощная карта, но ее очень легко предугадать, Да, что контрить. она сделает. И здесь топорик в темп. Ну а поехали, предсказуемые карты. Так, чаромет. Сюда пошел конус, туда пошел Там флеш-хилл. флеш-хилл. Ну, нормально. Пойдет. Так, вурдалак, Финли, Ну, Двурдалак шикарная карта. фейс. Ну, она реально крутая. То есть Это одна из она... тех новых карт, которая заиграла 100% и Вообще, просто вот у шикарно. воина, на самом деле, карт, которые... Из новых карт, которые мы уже видим, ну, и в ладдере, и в турнирах, очень много. То есть изначально, казалось бы, у друида много карт. Ну, как бы друида мы почему-то, в принципе, не видим пока Да. что. Пока что. Китай почему-то вообще не притаскивает друида и ханта, ни одного. Да, ну это всего лишь второй день, возможно, еще увидим, еще не вечер. Но у воина действительно очень много карт, которые играют. То есть новый вурдалак, кровь и гной, кровавые воины, опять Новая же, легендарка. Малкорок. Я, кстати, удивлен, что мне нравится эта легендарка, я тебе скажу. Я Да просто ладно. серьезно. Но я еще, опять же, не распробовал. Но мне кажется, это может все-таки как-то заходить неплохо. Но она такая же предсказуемая, как Йоксарон, только Да. чуть менее предсказуемая, но чуть менее адекватная, но тем не менее. Ну,
Ну просто огромное же количество плохих орудий. Ну да, но и хороших. Опять же, нужно смотреть процент, собственно, плохих и. Ну, плохих оружий не так много. Ну, это, собственно, первое, что приходит в голову, это та самая пушка, которую, ну, вряд ли кто-то хотел бы видеть, которая удваивает урон по тебе. Почему я хотел бы видеть против каждого своего оппонента? Против каждого своего оппонента, но мы же говорим про тебя. Но, опять же, Малкорок карта интересная, на мой взгляд, но. Неоднозначно, это 100%. А ну, вот посмотрим, возможно, все вышеперечисленные карты. И опять же, стенка, вот храбрец кровавого копыта великолепно заходит. Стенка отличная. А это, прикинь, это уже 4 карты из... Да, согласен, согласен. Не, Вару не обделили в этом дополнении. То есть это много? 4 карты это много. Да, Вар хорошо. Хорошо сейчас заезжает. Причем вот самое... Самое удивительное, что хорошо заезжают вот уже энное дополнение не те классы, которым добавляют какую-нибудь одну нереальную легендарку. А какие-то вот есть, не слишком имбовые, да, хорошие, то есть, карты. Обычные хорошие рарки, комонки, которые... Вписываются в концепт, да, класса. Вот то же самое с Рогой. Назвать Ксарила ключевой легой? Нет. Нет, но она неплохо. Сказать, что новый бэкстеп за 5 ключевая карта? Нет. Но... Эти карты возродили разбойницу. Да, именно так. Ну и здесь идет у нас борьба за стол. Появляется на столе пиромант, слэм. Ну и сейчас неплохо темпа маг, ну Йоксарона маг, ну все-таки, наверное, Дров. Темпа мага мы бы правильно именовать. Пытался перехватить инициативу, но вот продолжения у него нет. И чем он будет отбиваться от того же Грома, на данный момент непонятно. Поджигатель, факел. Нужно попасть в идеале. Хотя неважно, пинок доберешь. Да, там пинг. Ну и теперь я уверен, что время Грома выводить на стол. Там одна карта на руках, еще одна стоп-дека. И тяжеловато справляться с Громом. По-моему, слишком пассивно. Ну, Берса банально. Не, ну, Берс, пушка и Вурдалак нормально. Ну, ты просто с Берсом проще справляться, нежели с Громом. Ну, опять же, тут выбор каждого, но я бы скорее Грома играл. Ну, так ты чистишь весь стол, и у тебя два существа все-таки на столе, плюс Берс потенциально очень сильное существо. А вот и факел, кстати. Нантошку играть плохой вариант. Отдавать факел в Берса единственное возможное. Ну, как-то все плохо. Подсдулся тут, конечно, Йоксарон маг. Добора не было. Ни книжка не зашла, ни аркейн интеллект. Ну, да, да. Фолиант, кстати, тоже интересная карта новая. Для мага. Антонидас. Просто отдает на съедение. А нет ли тут летало? 12, 15 плюс Берс 7, это 22, плюс Гуля 25. Если вариант еще разогнать Берса. 12. Получается, если я правильно посчитал, то не хватает, потому что там Берс семерка будет. Просто пробивает в лицо. 22, 25. Просто пробивает Громом в лицо, как раз пробафанным Берсом забирает. Ты очень много урона вносишь и убьешь на следующий ход своего оппонента. Ну и все. Нечем зачищать Грома. Ну и хорошо, 2-1. 2-1. Зато мы насмотримся на Йоксарон мага, потому что ему нужно в любом случае на этой колоде побеждать. Напомним, что формат привычный, формат конквест. Режим стандарт, best of 5. Один бан, 4 колоды нужно подготовить. Один человек выходит из группы. Да, ну и в группе каждый играет с каждым. Круговая система. Джанбо одерживает победу, сейчас становится 2-1. Увидим мы опять-таки Йоксарон мага. Йоксарон равно адекватность. Это да, Йоксарон равно адекватность. Не забывайте, друзья. Ну и Дюк у нас проиграл первую игру мистеру Хумару. А вот мистер Хумор пока что очень уверенно идет в группе. Он выиграл... Две победы пока что. Да, он выиграл у Дюка 3-1, он выиграл у Бриза 3-0. Бриз единственный, кто проиграл пока что две игры. Ну и Бриз явный аутсайдер в этой группе, у него уже нет шанса выйти дальше. И, ну, будем откровенны, показывали, ну, были, скажем так, сомнительные были плеи. Были кобальты за 4. Кобальт,
Про это вообще ни слова. Кобальт, новая мета, друзья. Фризмаг, зараженный кобальт. 2-2 великолепные статы для 4-кристального дропа. Да, СПД 2, это круто. Ты чё, там же 2 СПД. 2 СПД. Какая разница, какие статы есть, там 2 СПД. Ну, возможно, у него есть какая-то, знаешь, фирменная домашняя заготовка там под Таурисаном. Таурисан стоит 3 хода, ты удешевляешь и просто 50 урона там вносишь с руки. Ну, а связка, опять же, смотри. Он играет и играл и Кобольда зараженного, и Талноса. То есть это плюс 3 СПД. Огонь. Огонь, на самом деле. Выглядит круто, ну но, и здесь... Но этот парень почему-то проиграл первые две своих встречи. Да, непонятно почему, но и такое здесь... Такое бывает. Фризмаг против Йоксарон мага, ну и как и в старом противостоянии, я бы отдавал предпочтение Фризу. Фриз обычно темпа мага, ну, опять же, не со 100% винрейтом, но зачастую выносит. Это неплохой матчап для Фриза, это точно, но опять же, это в старой сборке. Поменялось ли что-то кардинально с появлением Йоксарона? Да. Вопрос-ответ, собственно. Да. Простой вопрос, простой ответ. Все просто и понятно, друзья. Да, поменялось. Три выстрела в лицо, стенки не будут заходить. Не хочет делать ставку на Монозмея, потому что Фростболт, факел его элементарно зачищают. Несмотря на то, что один фростболт уже ушел, но факелы есть. И вот как раз факел добирает Монозмея. Нужен какой-нибудь четвертый дроп. А вот троечка. Ну, чаромет неплохо заходит. Апгрейд. Ну, апгрейд, фейс. То, что нужно. Все неплохо. Там командирский крик тоже нормальная карта. Бу-бум. А, кстати... Теперь, когда будут атаковать существа Фриза, они будут бессмертны. Существа Фриза. Существа Фриза. Это сильно. Но, к слову, это добора, как минимум. Добор одной карты. Это неплохо. Но как-то Фризу больно лицо-то, да, подразбивают. Что, монетка и Таурисан. Не боишься ли ты умереть? 8 на столе. Это ко мне вопрос? Я думаю, что ты, как любой адекватный человек, боишься умереть. Я думал, это угроза уже. Пока что нет, Михаил, все хорошо. Это Таурисан. Что тут по урону? Фаербол на 7, 11, 14, 15 урона. 15 урона, 3 офф. А если сейчас зайдет стрела? Да, стрела, да, слетал. Ну хорошо, какие еще есть варианты играть? Фростнову айсблок? Близзард вообще. А почему Близзард? Почему не Фростнова и айсблок? То есть на шестой тогда сейчас сыграть Близзард, а на следующий уже заморозить и сыграть айсблок? Возможно, он планирует Близзард играть. Ну... Ну, как-то это медленно, соглашусь. Вот и мне, вот мне вот сейчас ход с Близзардом не понравился, потому что флеймвейкеры теперь непонятно, чем контролить. Но у тебя в руках есть только фаербол, фаербол плюс... Как же теперь будет выпутываться из всей этой ситуации? Но я думаю, что флеймвейкер плюс добор карт выглядит хорошо. Нет, вообще выбирает агрессивную стратегию, играет через факел. Ну, факел. Пытается додавить быстро. Ну, учитывая, что у него есть урон в руке какой-то в виде фаербола, плюс будет топ-дек, еще он колотушкой пробьет на единицу. Как теперь это чистить? Еще один Близзард отдавать не вижу смысла, потому что на следующий ты это все заберешь с помощью... Новый айсблок. А тут сейчас слетит айсблок. Фаербол на 7, плюс стенки, плюс пинг. Или да, или можно и просто добирать карты, все равно 4 выстрела. Да, согласен. Вот идеально Близзард. Под 0 сбивается айсблок. Ну и еще, еще новый урон заходит. Похоже на 3-1. Йоксарон мага. Все-таки Фриз не сумел справиться с новым, ну, темпом маг все-таки, да. Мне ход с Близзардом не понравился.
Но он спорный, соглашусь. Можно было найти какую-то другую, другое развитие событий. Мне кажется, что монетку нужно было сохранять под Flamestrike, и сразу после выхода, как только бы поставили поджигателя, ты тут же зачаешь его Flamestrike, не даешь пронести себе урон. То есть лучше бы заморозил стол, сыграл айсблок на тот момент, когда у тебя было 16 хп, тебя тогда никак не сбивали айсблок на тот момент, и потом играть через монетку Flamestrike. Возможно, есть в этом смысл, но такой вот... Момент ключевой в этой партии, но... Ну, 3-1. 3-1, 3-1 побеждает и... Дьюк. Ну и пока что Дьюк и Мистер Хьюмор выглядят увереннее всего, ну, но... Дьюк проиграл, опять же, Мистеру Хьюмору. Сейчас, получается, Мистер Хьюмор на данный момент фаворит группы. У него 2 победы, 6 очков. У Дьюка 3 очка и у Джанбо также 3 очка. Ну и сейчас, вероятнее всего, будет игра Бриз против Дьюка и... Ну, в любом случае, это круговой этап. Уже сыграл Джанбо Бриз. Победа 3-1 Джанбо. Мистер Хьюмор обыграл Дьюка. Мистер со счетом 3-1 Мистер Хьюмор обыграл 3-0 Бриза. И Дьюк обыграл 3-1 Джанбо. Мы посмотрели 4 из 6 противостояний. Мы увидим еще противостояние Мистера Хумора Джанбо и Дьюк против Бриза. Насколько Бриза. Я вижу. Да, все логично. Кстати, все игры сегодня 3-0-3-1. Как-то в одну калитку. Да, пока что не было каких-то близких противостояний, где был бы счет 2-2 и какая-то, знаешь, интрига, напряжение до последнего момента. Пока что все более-менее уверенно проходит для одного из игроков. Согласен. Ну и вчерашний день нам запомнился разбойницами и варами, а сегодняшний день нам запомнился, ну, по крайней мере, мне пока что запомнился магами. Ну, самое яркое – это хендлок, он был один, но он был очень яркий. Да, сегодня были маги, причем как Йоксарон темпа маги, так и фриз маги. И все сборки хорошие, и темпы хорошие, и фризовские хорошие, мне понравились. Были патроны, были, опять же, разбойницы, были чернокнижники, не было зоологов, был хенд, был Рено. И вот... Что и Энзот Паладин. Что я хочу сказать, в отличие от предыдущего дня, шаманы, я бы не сказал, что прям раскатывают. Ну, подожди, шаманы нормально показывают себя. Шаманов не так много. Но они побеждают. Если опять же, правильно я помню, то шаман буквально одну игру проиграл, все остальные партии. Причем шаманы отлично заходят против разбойниц. Мы видели несколько таких. Нет, с этим я согласен. Я говорю о том, что в количестве пиков. Вчера шаман был у каждого игрока. Шаман плане, и Рога, да. Шаман Рога. Все заявили... По-моему, все, два шамана было, по крайней мере, опять все, же. Все, кроме одного участника, заявили шаманов, и абсолютно все заявили разбойниц. А сегодня шаман только, по-моему, одного человека. Два шамана точно было. Ну, значит, у двоих, у половины. И были еще баны. Ну, скажем так, самый популярный класс, наверное, в Ладере на данный момент, да. Если смотреть массовость. А здесь, ну, пока что нет такой, знаешь, явной доминации, скажем так. Ну, китайский регион пока что радует разнообразием. Да, но единственное, что хотелось бы отметить, это отсутствие полное пока что на данный момент друидов, нету охотников. Вот два класса мы не видели ни разу за два дня. Жрец вчера был один контроль и один энзот. И, кстати, оба отыграли хорошо. Вот. Как-то так. Пока что второй день проходит таким образом. У нас сегодня еще два матча, два best of 5. Поэтому, ребят, не расходимся. Мы вернемся к вам вскоре после небольшого перерыва.